Цілі такі і були – виграти брусья і многоборі і попитатися там ілі коня, ілі прыжок зацепитися за медалі. Та, ну, так самий, скажем так, ідеальний розклад. Ну, судя по підготовці, вона була, скажем так, не самая лучшая. Я когда прошел квалификацию, я немножко почувствовал, что я подустал. И уже в многоборье, где-то в середине, я уже конкретно почувствовал, что я устал. Ну, вот в тот момент мне уже было, честно говоря, я думал даже, может, от каких-то финалов посниматься, чтобы не все, знаешь, чтобы не везде пытаться ухватиться и все пролететь. Но потом вроде так, после многоборья, первый день финалов просто чуть не пошел, на второй уже вроде и оживился, вроде и силы были, поэтому, ну так, нормально, в общем. Я думаю, задачу выполнили. По новым правилам, с каждого снаряда убрали по одному спецтребованию, это 0,5. То есть теперь все, что было раньше, только 3 балла меньше набирают в общем наговоре, чем вот в Рио было. Ну и плюс начало года еще, скажем так, не все в своих максимальных формах. Была порванная подготовка, я болел, то тренировался, то дома был, то это. Я с ангиной дома просидел 2 недели, у меня недели 40 температура была. И я, получается, вроде бы уже вышел нормально, а врачи еще сказали, там 5-6 дней мне нельзя, ну, ничего делать. Я пока отошел, пока то, пока все, и с листа там пошли выступать, скажем так, только из-за этого. И ребята передо мной, в принципе, все сделали практически все свои турниры, ну, все свои комбинации, и мне уже, скажем так, ловить нечего было. Я просто решил попробовать все, что, короче, могу, собрать полный турник с намеками, короче, на мир, чтобы пообкатывать, ну и подустал уже, просто не вытащил. Первую вот эту половину комбинации сделал, перелет, ну и все, и там уже силы закончились. Упал, ну, с кем не бывает, это спорт, это все нормально. Просто я не сильно как бы расстраивался, потому что я понимал, что я не готов, и я шел так, на удачу. Ну, в принципе, не проскочило. У нас в мае будет Бундеслига, 3 соревнования, 3 субботы. И после Бундеслиги я поеду в Израиль на 10 дней к физиотерапевту на восстановительный курс. Я там отдохну, все по полной программе, он мне отдых устроит, сказал. А потом будем готовиться, будет универсиада, проходящий этап, и на мир готовиться. По ходу программ, конечно, усложнять все надо, но в принципе у нас вообще в принципе нельзя стоять на месте, потому что все добавляют, все работают. Поэтому есть как бы моменты, в которые мы знаем, куда упираться, но это все тяжело, нелегко. Знаете, как когда у тебя комбинации на уровне там, 14 баллов, ты можешь добавлять каждый день. А когда уже на таком уровне, это немного по-другому, потяжелее.